В Украине начались верные отключения электроэнергии, поскольку власти пытаются экономить электроэнергию на фоне продолжающихся атак России на критически важную гражданскую инфраструктуру. По словам советника министра энергетики Украины Александра Харченко, с началом отопительного сезона будут включены центральные системы и ожидается снижение потребления электроэнергии во многих городах, так как люди перестанут пользоваться обогревателями. При этом ожидается, что в ближайшее время из плановых ремонтов выйдут несколько энергоблоков разного типа. Однако главной проблемой остается интенсивность российских атак. По его словам, каждый киловатт, сэкономленный в одном городе, теперь сокращает продолжительность отключения электроэнергии в другом городе, что потенциально позволяет избежать постоянных отключений. Если разрушение генерации продолжится с учетом похолодания, избежать сплошных отключений в будущем будет сложно, они обязательно будут продолжаться. Также из-за пасмурной погоды практически невозможна солнечная генерация, которая ранее несколько перебалансировалась. Поэтому на сегодняшний день основными факторами, сокращающими продолжительность поломок, является наличие достаточного количества материалов и ресурсов для ремонта. И, конечно же, все более важным становится фактор рационального использования и максимального энергосбережения для обеспечения минимального времени принудительного отключения потребителей. Около 40% всей электрической инфраструктуры серьезно повреждены. Ремонтно-подключительные работы продолжаются. Но следует ожидать перебоев, еще раз подметил Александр Харченко. Он сказал, что украинцы сократили потребление электроэнергии примерно на 10% после недавних атак российских ракет и беспилотников на национальную сеть, но призвал людей стремиться к сокращению на 20%, чтобы оказать критически важную помощь энергетической системе. Украина понесла дополнительный ущерб своей критически важной энергетической инфраструктуре, заявил президент Владимир Зеленский в своем обычном видеообращении в конце дня, обратившись к населению с просьбой ограничить потребление электроэнергии. «Мы, безусловно, сделаем все возможное, чтобы восстановить нормальные энергетические мощности нашей страны, но на это потребуется время», — сказал президент Украины, призвав всех обратить внимание на потребление. «Пожалуйста, не включайте лишние электроприборы и ограничьте потребление электроэнергии на тех электроприборах, которые требуют много энергии», — попросил Зеленский, подчеркнув, что сегодня будет очень важно, чтобы потребление было максимально осознанным.